喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵！兴奋的样子，快！快点，快点！Смотрите, выпуск репортаж. Вот после блокады, так сказать, люди погибали, и котики погибали, и развелось большое полчище крыс и мышей, поэтому сначала прислали сюда ярославских дымчатых, целый состав пришел, но они не справились, и потом прислали котов с Томска, Тобольска, вот из Сибири, 600 голов котиков привезли в Ленинград, послевоенные, и которые вот здесь прижились и спасли наш город от крыс и мышей, от этого больше полчища вот это вот. И отсюда пошла родословная питерских котов, которые имеют сибирские корни. Это вот исторический факт. Потому что пусть праздник, который несут наши души, будет с нами всегда. Да здравствуют наши пушистики! Ура! Давайте громко. Мяу! Еще раз. Мяу! Кошатие, усатие, хвостатие. Такая есть огромная страна. Живет в ней замурчательная братья. Без памяти собой увлечена. Такая вот у кошек есть республика. В ней молоко лакают, а не пьют. Не знают здесь ни бублика, ни рублика. И мяугин с рождения поют. Кошатия, усатия, хвостатия. Побед немало на ее веку. И с нею быть должна страна мышатия. Всегда и днем, и ночью
начеку. Да здравствует Республика Кошек! Костюма и замечательная Республика Кошек и день Петербургского кота.